И хотя на повестке дня было несколько вопросов, можно сказать, что комиссия была посвящена одному – пожарам. В конце прошлой недели на территории городского округа произошел пожар, причиной которого стала беспечность жителей этой квартиры, а именно неосторожное обращение с огнем. К слову, в этом году произошел рост числа пожаров. На сегодняшний день в городе Кумертау произошло 5 пожаров с начала текущего года. Рост значительный на сегодняшний день, ровно 2,5 раза. Большая часть, естественно, этих пожаров произошло в жилом секторе. На заседании было отмечено, что основная доля пожаров происходит по вине самого человека. Это неосторожное обращение с огнем, а в частности при курении. Безалаберное вот это отношение, именно покурил, бросил, куда попало, непонятно. Это зачастую приводит к пожарам. В частном секторе есть такая проблема, у всех есть практически бани, только они делают, соответственно, по желанию самого хозяина, а хозяин видит, как правило, чтобы было большей части покрасивее, а не как правильно. Соответственно, им никто ничего не скажет, правильно сделано, неправильно. Вот он как сделал, так она и стоит. Но ровно до поры до времени, если это сделано с нарушением требований пожарной безопасности, это практически в 100% случае приводит к пожару, соответственно, к уничтожению данного имущества. Как отметил заместитель главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров, что рост числа пожаров свидетельствует о том, что проводится недостаточное количество профилактических работ среди малоимущих, неблагополучных семей, лиц пожилого возраста и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Настораживает ситуация по пожарам в плане того, что большинство, основное количество этих пожаров произошло в семьях неблагополучных или ведущих такой ненадлежащий образ жизни. На заседании было принято решение о разработке методического указания по пожарной безопасности. Каждый житель города получит его на руки. И может тогда пожаров станет меньше. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».